Радужный монстр хочет с тобой поиграть. Да ёк-макарёк, что ему в очередной раз от меня нужно? Окей, давай, конечно же, примем запрос и это сразу же быстренько узнаем. Но я вообще-то сегодня планировал проходить квесты. Ха-ха, чувак, давай я тебе помогу. Ой, в смысле, ты мне поможешь пройти квесты? Ну ладно, я в принципе не против, тем более, что у нас есть еще бесплатный мегаящик. А если зрители поставят лайки, я даже разрежу тебе его открыть. О, чувак, спасибо тебе огромное, ты прям такой добрый. А у меня вообще-то еще есть скин волшебник Барли, и давай я его, пожалуй, сразу же заберу. Тем более, что до конца сезона остается очень мало времени, и новых квестов у меня уже не появится, а вот Барлейчика желательно забрать, чтобы он мне из ящика не выпал. Ну все, чувак, погнали в катку, будем проходить квесты. Окей, радужный монстр, давай посмотрим, получится у тебя мне помочь или нет, или мне придется опять самому все делать. Погнали сразу на центр. Эй, чувак, а что ты стоишь на месте? Ха-ха, давай как-нибудь сам. В смысле? Я не понял. А ты что, покажешь, что ли, будешь? Ты что, фонарел? Нет, вроде бы начал играть. Окей, чувак. А я уж даже на самом деле немного испугался. Так, смотри, у нас здесь где-то бегает Роза. Сейчас мы быстренько ее тоже вырубим. А нет, ее убил Барлейчик. Ну ладно. Давай мы сейчас быстренько эту катку выиграем и после нее сразу же посмотрим, сколько у нас будет квестов. Мне кажется, их будет просто целая куча. Ну а у нашей команды уже есть 6 кристаллов. И кажется, против нас играют вообще самые настоящие нубики. Ну или вообще какие-то боты. Ой, только кажется, этот бот сейчас меня вырубит, поэтому мне желательно сгаситься немного. Быстро вырубаем Розу, собираем у нее кристаллик, собираем еще кристаллики на меду, и у нас уже есть 10 гемов. И как ты понимаешь, у нас уже начался обратный отсчет. Только сейчас нужно, чтобы этот радужный друг не слился. Чувак, зачем ты здесь бегаешь? Вали вообще на базу, дурачок, блин. Окей, хорошо, что я хотя бы смог его спасти. Ну а у нас сейчас обратный отсчет заканчивается. 2, 1. И катку мы, конечно же, затащили самую первую. Начало, в принципе, неплохое. Я даже стал звездным игроком и могу за одну катку выполнить целых 14 квестов. Неплохо. Правда, сейчас я получил всего лишь 20 жетончиков. Ну ладно, я думаю, то, что у меня все еще, конечно же, впереди. Ха-ха, чувак, а ты хочешь получить сегодня новенького бравлера? Конечно хочу, потому что у меня уже накопилась целая куча ящиков. И самое главное, есть бесплатный подарочный мегабокс. А давай-ка я тебе положу нового бойца туда. О, чувак, спасибо, ты такой добрый, я вообще не против. Только мне для этого опять что-то нужно сделать? Ха-ха-ха, конечно нет, это нужно сделать твоим зрителям. Пусть они составят слово из этих букв. Оно очень сложное, и я прям уверен, что у них не получится. Чувак, ты офонарел, что ли? Вообще-то это слово очень легкое. Я бы вам даже подсказал, но мне этого делать, к сожалению, нельзя. Поэтому давай, слово из этих букв обязательно составляй. Ну а я сразу же погнал в катку. Надеюсь, что у меня получится ее затащить. Я опять побежал сразу же на центр, и этот радужный друг мне сейчас будет помогать. Хорошо, я в принципе не против. Так, там справа был какой-то противник, сейчас мы быстренько его вынесем. Но еще у нас в кустах сидела Шелька, офигевшая такая. Я должен помочь нашему радужному другу. Чувак, не переживай, я это сразу же сделал. У нас там, походу, сейчас еще и Джесси убьют. А нет, все-таки осталась жива, молодец. И теперь противостояние булов. И я, конечно же, его выиграл. Неплохо. У нас уже есть целых 4 кристалла, причем 3 из них собрал я. И это, конечно же, неплохо. Быстренько посидим здесь в кустах, подождем противников и сразу же всех потом вынесем. -1. Ой, на була мне, скорее всего, не хватит, потому что мне что-то жизни как-то мало. Ну его, конечно же, убила Джесси. Молодец, ей прям ставлю лайк. Ну и тебе тоже обязательно поставлю лайк, если ты досмотришь это видео до конца. Поэтому обязательно это делай. А еще не забывай подписываться на мой канал. Это очень важно. А еще важно то, что я сейчас убил була. И у нас уже начался обратный отсчет. Неплохо. Сейчас еще быстренько Шельку заберем. Для того, чтобы у меня квесты немного побыстрее выполнялись. Ну и остается последние 3 секунды. И я думаю то, что прямо сейчас, конечно же, звездным игроком, как обычно, станет кубик. Да, я же тебе говорил, просто есть небольшой секрет, мы с тобой играем прямо на очень низких кубках. Я все еще с какого-то фига не выполнил ни одного квеста. Меня это начинает немного напрягать. Хо-хо, да ладно, не парься, зато бравлера нового получишь. Ага, спасибо. Чувак, а этот бравлер будет какой-то имбовый? Ну, не знаю. Я не понял. Че он задумал? Он мне, наверное, в этот мегаящик положит какую-нибудь розу. Офигевший. Окей, мы это, конечно же, сегодня узнаем. Но для начала нужно выполнить все наши квестики. И я думаю, это нужно сделать как можно скорее. Сейчас быстренько заберем этого чики-бомбони. Ой, а меня роза только что чуть не убила. Капец, у меня осталось вообще 90 хп. Вы что, гоните, что ли? Каким образом я вообще остался жив? Но на всякий случай, конечно же, собираем кристаллики. Так, у них в команде там есть Шелька, поэтому нужно быть максимально аккуратным. А вот этот Барлейчик какой-то вообще максимально офигевший.
выживший. Ой-ой-ой, тихо, чуваки, не трогайте меня, пожалуйста, мне нужно чуть-чуть отхилиться. А вот я, пожалуй, вас сейчас вынесу. Или меня вынесут. Ладно, вы, если что, этого не видели. Начинаем собирать наши кристаллики заново. Быстренько сейчас вырубим Розу, потому что у нее есть целых 2 кристалла. И они теперь, конечно же, станут моими. И здесь еще бегают 2 чубзика. Чуваки, а вы куда собрались? Я же должен вас по-быстренькому вырубить. У Шельки теперь тоже осталось 98 хп, прям как у меня. Что? Совпадение, не думаю. Но я пока что быстренько убегаю на центр, потому что у нас уже есть все 10 кристаллов. Я сейчас быстренько отхилюсь. И остается последние 10 секунд. И тебе за это время нужно успеть подписаться на канал. Быстрее подписывайся, потому что остается очень мало времени. 3, 2, 1. Бой окончен, и время для подписки тоже закончилось. Надеюсь, то, что ты успел подписаться. Чего? Радужный друг стал звездным игроком, и у нас выполнился первый квестик. Неплохо. Кстати, знаешь, что еще заметил? То, что у меня все квесты выиграть всего лишь 5 каток. Обычно есть квесты выиграть 8 каток. А у меня сейчас такого нету. Ого, так это я так сделал, чтобы было тебе немножечко полегче. Ну, чувак, спасибо тебе огромное, я прям этого и ждал. Ну все, ты выполнил первый квестик, иди открывай мегаящик. Я там положил нового бравлера. Опа-на, я, конечно же, не против забрать бесплатный подарочный мегаящик. Интересно, что же мне сейчас из него выпадет. Мегаящик я прямо сейчас готов открывать. И надеюсь, что это, конечно же, будет какой-нибудь новенький бравлер. Желательно легендарный. 6 предметов, аккаунт не прокачан. Это значит то, что будет даже целых 2 новых бравлера. Капец, и я, конечно же, не против. Интересно, кто же это будет? Не так быстро. Сначала нужно напомнить про легенду. Если ты хочешь получить бравлера, нужно поставить лайк, подписаться на канал, поставить колокольчик и в комментах написать того самого бойца. Окей, чувак, я думаю то, что зрители прямо сейчас это сделают. А ты мне скажи, пожалуйста, по секрету, кто там будет? Тебе выпадет какой-то цветочек. Чувак, ты чё мне про Розу говоришь, да? Какая нафиг Роза? Нет! Может, это какой-нибудь другой цветочек будет? Спраут, например? Я был бы, конечно же, не против. Это реально Роза оказалась. Ну, жучара, но зато не обманул. Это, конечно, тебе спасибо. Еще и бонус положили. Он мне, конечно, прям очень сильно нужен. Ну все, давай, погнали в катку. Окей, чувак, как скажешь. А может, ты мне сегодня еще какого-нибудь бравлера положишь? Я был бы, конечно же, не против. А ты че, Роза и Барлейчик, новые бойцы, они какие-то вообще стрёмные. Окей, погнали сразу же вырубать эту Шельку, только у нее, кажется, есть подмога. Рейнбоу Фрэнс, может, ты мне там помогать будешь? Нет? А то у меня вообще 18 хп осталось. Чувак, тихо, одного вырубили, хорошо, какой он нубасик. Он даже не смог меня убить, когда у меня было 18 хп. А вот медведь может меня когнуть, поэтому с ним нужно, конечно же, сразу же сразиться. Одного убили, сейчас еще быстренько убьем этих двух чуваков. И хорошо, у нас уже есть целых 5 кристаллов. Быстренько сломаем кусты, чтобы они, если что, мимо нас не прошли. А то вдруг они там в кустах зашкирятся, а мы этого даже не увидим. Нам такого, конечно же, нафиг не надо. Барлейчика тоже вырубаем. Эх, что-то как-то я здесь слишком быстро всех разношу. У меня есть даже такое предчувствие, что кажется, в этой катке тоже я стану звездным игроком. И я был бы, конечно же, не против. У нас уже есть 8 кристаллов. Остается еще совсем чуть-чуть, и катка уже будет выиграна. И кажется, сейчас мне насыпят просто целую кучу квестов. Интересно, сколько квестов я пройду в этой катке? Давай попробуем угадать прямо в комментариях внизу под видео, но самое главное, не подглядывать. Итак, у нас уже начался обратный отсчет, и я скажу, пожалуй, то, что у меня будет выполнено квестов, давай штучек 4 или 5. Надеюсь, что я, конечно же, угадал, ну а сейчас мы это проверим. Бой, если что, у нас окончен, и я просто взял и за эту катку выполнил целых 2 квеста. Думал, будет побольше чуть-чуть. Тут, короче, произошла проблема Ламбы или Фера. Пока мы играли, у нас просто взяла и карта поменялась. Я такого вообще не ожидал. Как это, блинский блин, работает? Ну ладно, на этой карте будем тоже, значит, разваливать этих чуваков. Но, капец, я реально не понял, как это вообще произошло. Но я думаю, то, что это, конечно же, не помешает выполнить нам все квестики. Потому что остается всего лишь последняя катка, и квесты уже будут выполнены абсолютно все. Это получается, что за одну катку я квесты выполню где-то штук 11. Нифига себе! Это, конечно же, неплохо. Только сейчас быстренько нужно всех чуваков вот этих вот размотать и забрать последние 3 кристаллика. И я, пожалуй, это сделаю самостоятельно. У нас остается 2 кристалла, и катка уже будет выиграна. Причем, смотри,
огромного страдужный друг, офигевший какой-то. Все кристаллы собрал, у него целых 4 штуки, и причем это даже больше, чем у всех остальных. Чувак, а может ты от поезда отойдешь, нет? Да уж, его еще и кокнули. Это было как-то немного глупо. Эх, не понимаю я иногда этого радужного друга. Он вроде бы с одной стороны играет просто по-мастерски, а иногда как заходит в катку и начинает играть просто как самый настоящий нубас. Я этого вообще не понимаю. Но самое главное, что бой окончен, он даже стал звездным игроком. Чего? И если что, я выполнил целых 9 квестов. Остается... в смысле? Этих квестов же не было. Откуда они взялись? Я не понял прикола. Ну ладно, я думаю, то, что я их еще обязательно выполню, но немного попозже. А сейчас я получил 2300 жетонов, и у меня уже 44 уровень Бравл Пасса. А до конца сезона остается очень мало времени. Мне нужно поторопиться, ведь у меня еще остается целая куча квестов на кольта. Ну а это я уже сделаю в следующем видосике. И если ты не хочешь его пропустить, обязательно прямо сейчас поставь лайк, подпишись на канал и посмотри предыдущий видосик. Нажимай на него скорее. Он был очень интересный. Hey!